В Магадане отметили День государственного флага. Традиционное ежегодное шествие в областном центре Колымы отменили из эпидемиологических мер. Однако торжественную атмосферу удалось создать у Дворца детского юношеского творчества. Муниципальный духовой оркестр исполнил праздничные композиции, а также гимн Российской Федерации. Кроме того, зрителей с этим днем поздравил музыкальный ансамбль. Мэр Магадана Юрий Гришан и председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов подняли флаг. Я хотел бы, чтобы все магаданцы сегодня ощутили особый подъем, потому что нам есть чем гордиться. 22 августа мы отмечаем День государственного флага Российской Федерации. Также в этот день наградили почетными грамотами и медалями семей, которые состоят в браке более 25 лет, за любовь и верность. В семье Козловых даже две таких пары. Екатерина Владимировна и Виктор Сергеевич приехали покорять Магадан много десятилетий назад. Поженились здесь же, в областном центре, вместе уже 58 лет. Их дочь Галина встретила своего возлюбленного тоже в столице Колымы. Полгода назад пара отметила юбилей 30 лет. Семьи рассказывают, что главное в отношениях – взаимопонимание. Взаимопонимание. Уступить, если вдруг что-то случилось. Не идти на конфликты. Стараться понимать друг друга. Самое главное. В этот день, 22 августа, большинство мероприятий провели в онлайн-формате на платформе социальных сетей. Сделали викторины «Флаг России. Великое знамя», «Флаг. Символ достоинства. Честь», конкурс детских рисунков, а также квест-игру «Под флагом российским живу».